Языковая политика в условиях этнокультурного разнообразия – единственная магистерская программа в России, которая готовит специалистов к разработке стратегий и их реализации в области языковой политики государства, международных коммерческих организаций и корпораций и этнических сообществ. Выпускники нашей программы обладают навыками стратегического планирования, аналитики, экспертизы, что помогает эффективно решать задачи в области национальной политики государства, образования, социологии и лингвистики. Наши студенты проводят международные исследования, выступают на конференциях и участвуют в научных экспедициях. Стержнем программы является языковая политика как самостоятельное направление, как деятельность, профессия и сумма навыков. Поэтому на нашей программе в равной степени представлены академические и практикоориентированные компоненты. В программе широко используется международный опыт. К преподаванию привлекаются лучшие иностранные специалисты. Налажено партнерство с зарубежными университетами и исследовательскими коллективами из Манчестерского университета и университета Эссекс. Научно-практическая деятельность предполагает активное участие студентов в исследовательских проектах, например, таких как «Языки Москвы» совместно с Институтом языкознания РАН и международный проект «Multilingual Cities» под эгидой Манчестерского университета. Программа предполагает двухгодичное обучение. На нашей программе занятия проводят высококвалифицированные специалисты, многие из которых получили звание «Лучший преподаватель года». Все курсы и активности программы строятся вокруг проблем языковой жизни современного общества. Например, глобализация и языковое разнообразие, языковая политика государства, языковые права этнических сообществ, мультилингвальное и мультикультурное образование, правовые аспекты образовательной политики, стратегии языковой и культурной интеграции мигрантов и другие интересные и важные курсы. Профессиональное развитие выпускников чаще всего происходит по одному из двух направлений. Первое. Практическая работа в качестве экспертов и разработчиков проектов. Здесь возможен широкий диапазон специализации от разработчиков и руководителей проектов по языковой политике в различных государственных и коммерческих структурах до главных специалистов частных международных компаний, ориентированных на продвижение и маркетинг своей продукции в разных регионах и этнических сообществах. И второе – это академическая карьера. Научная работа в рамках аспирантских программ или программ PhD в зарубежном вузе по прикладной лингвистике, социолингвистике, образованию, политическим и социальным наукам. Высшая школа экономики – один из лидирующих вузов России. У студентов есть хорошие шансы поступить на бюджет. Также у студентов есть уникальная возможность провести семестр в ведущем зарубежном вузе-партнере Высшей школы экономики через программу международной студенческой мобильности. Поступайте к нам, мы вас ждем.